Всем привет, с вами Яна, и сейчас я в больнице. Сейчас мы будем сдавать кровь и лечить зубы. Вот за кровь я очень боюсь. Когда я была маленькая, я не боялась, но сейчас немножко боюсь. Здесь одна, никого нету. Вот. Я здесь не одна, с моей сестрой. Она на втором этаже внизу, а я в третьем. Сейчас я сижу в очереди. Здесь очень большая очередь. Ну, на втором этаже я иду вверху. И нужно очень много ждать. Вот мы уже дома. Мы переоделись и вышли погулять. Мне еще нужно сходить в больницу 3 раза. Сейчас мы гуляем и сейчас пойдем пофоткаться куда-нибудь. Сейчас мы зайдем в магазин. Мы на пути встретить черешню, и их никто не собрал, и мы сейчас будем их жрать. Вот я уже дома, я приехала из Сермера домой, и я уже переоделась. Как я вам уже показала, мы ходили с моей сестрой по магазину, смотрели вещи к сентябрю. Я вышла во двор, потому что немножко уже стемнело, и будет другое видео, будет вторая часть влога. Когда я поеду снова в Сермер, я сниму вторую часть влога, наверное, будет еще третья, но я пока не знаю. И нам с вами пора попрощаться. Если вам понравилось видео, то ставим обязательно пальчики вверх и подписываемся на мой канал Яна Холидей. И скоро увидимся. Всем пока!